Алло, да, Митенька, привет. Привет. Не спишь? Да, давно уже. Я уже пирогов напекла, твоих любимых по тетериному рецепту. Да, и тетрадки все проверила. У меня сегодня родительское собрание, но я к вечеру уже буду дома. Танечка, дорогая. Что? Прости, но сегодня никак не смогу. Подожди, как не сможешь? Почему? Мне Аня сказал, что я обязательно должен быть на подписании контракта. Но все-таки я зам стал, всего ничего. Мне сейчас нельзя. Угу. Ну, ладно. Да. Нет, Мить, я не обижаюсь. Я просто столько всего наготовила. Танечка, милая, ну ты же в выходные приедешь. Вот и отметим. Угу. Хорошо? Извини, я уже убегаю. Пока-пока. Пока. Ты вообще не каркай. Вот. Лен, чего? Борщ затеяла? Ага. Мама. А можно мультики включу? А кашу доедать не буду. Две ложки оставь, остальное доешь. Угу. Иришку ты в школу записала? Время полно еще, а вот в музыкальную пора уже. Вон, Иркину подружку родители записали, так это тоже законючило. Говорит, на пианино играть хочу. Да, музыка – это хорошо. Ребенка развивать надо. Ребенок… Да вот что ты заладила, а? Музыка, музыка. У нас комнатушка, сама знаешь, шаг влево, шаг вправо, и все. Сами промеж мебели боком ходим. Вот скажи мне, на милость, куда я это пианино поставлю? На кухню, что ли? Ой. Семеновна, ты че? Да вот. Что-то. Что, совсем плохо? Может, скорую вызвать? Отравилась чем? Фу, все. Все. Отпустила. Живот крутит что-то в последнее время. Я уже, почитай, второй день ничего не ем. Одну только воду пью. Да ты Таньку бы вызвала. Тут тетка помирает, а она... Да умись ты, помирает. Машенька, вызови ко мне Дмитрия Павловича и кофейку мне сделай. Вызывали, Александр? Ну, заходи. А что без настроения-то, Александрович? Танцевать должен, такой сегодня контракт проворачиваю. Да ты пойми, дурю башка, я тебе сегодня официально Матвееву представлю. Ты представляешь, Матвееву? Это не какому-нибудь там Пупкину. Ты же мой зам, тебе с ним работать. А девушка твоя, ничего, никуда не денется. Сделаешь ей подарок, какое-нибудь колечко, духи. Митя, бизнес не терпит сантиментов. На-ка лучше контракт проверь, чтобы ничего не упустить. Здрасте. Ты подумай, а. Здрасте, тетя Маш. А чего это они тут меряют-то? Ты представляешь, завод хотят поставить, воду добывать. Они хотят бутылки разливать да продавать. Ну, ты же знаешь, у нас вода ведь высший сорт. Вот придумали. Да, не было печали. Ладно, тетя Маш, я пойду? Да, беги, беги. Простите. А это не ваш дом? Да. А вы, случайно, дом не продаете? Нет, а с чего вы решили? Если вдруг надумаете, вот мои координаты. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, Чистяков. Молодец, 4. Передай, пожалуйста. Яковлев. Ну, 2 Яковлев. Яковлев, если так будет продолжаться, ты же на второй год останешься опять. Ты же это понимаешь? Так, ребят, у кого сегодня родители не придут на родительское собрание? Так, тихо, тихо, успокойтесь. Ой, ну, ничего, ничего. Ой, уход за тобой нужен, тетя Вер, каждодневный. Ну, хоть врача вызвать, не девочка все-таки уже. А на твою, вон, пенсию особо не налечишься. Вон, Танька твоя, укатила к себе в деревню. И хоть бы что, вон, учительница. Ты, Лен, никак меня уж хранить собралась.
Да ты что, тетя Вер, что ты говоришь такое? Я наоборот, хочу тебя заботой, вниманием, лаской окружить. Ты куда это клонишь? Я тебе, тетя Вер, про пожизненную ренту хочу рассказать. Это что за рента такая? А это вот какая рента. Это вот, например, когда человек пожилой, да, за ним уход требуется, то он заключает договор с кем-то, ну, да хоть с соседями. И они за этим человеком, значит, ухаживают, там, лекарства покупают, в доме убираются, там, ну, просто. А он им просто после этого квартиру свою отписывает. Это как же отписывает? А сам где? На улице живет? Да нет, тетя Вера, на какой улице? Это все потом, после смерти, по договору. А так живи, не горюй. Вон, кстати, у моих знакомых сестра с мужем за одним старичком ухаживают. Так он у них, тетя Вера, не поверишь, как сыр в масле катается. Вообще в ус не дует. Вот что, Елена, ты мне голову не дури. Если на мою комнату нацелилась, напрасно. Я ее уж давным-давно на Танюшку оформила. Так что хватит об этом. Я еще не померла. Да, тетя Вера. Я вообще-то не о себе. Я вот о тебе пекусь. Ты вообще-то нам уже давно как родная. Танюшка, сирота. Никого у нее, кроме меня, не осталось. И потом не век ей в деревне жить. Вот, 3 года отработает, ко мне переберется, замуж выйдет, я еще тетишек понянчу. Вот такие-то они у нас химики. Ну ты скоро? Сейчас все заканчиваю, 5 минут, один. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. Вопросы у кого-нибудь есть? Нет. Ну и хорошо. Тогда всем большое спасибо. Спасибо. До свидания. Простите, Игорь Иванович, вы не могли бы на минутку задержаться? А, да, конечно, конечно. Ты глянь, подруга, Ольга-то своего выглядывает, да никак не найдет. Небось, в следующий раз покрепче подумает, прежде чем отпускать своего муженька на собрание-то. Добрый вечер. Не говори. Прямо в лапы, молодой человек. Во-во. А наша Олька разве только что к столбам не ревновала? Ну что, подруга, благоверного своего потеряла? Иди, поспеши. А он не без ног, сам придет. Ну, придет или задержится, 2 разных вещи. Химичка его задержала. Прям так и говорит. Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Вот он и остался. И упираться не стал. Врешь. А что мне врать-то? Иди, сама глянь. Вы понимаете, Игорь Иванович, он сам не занимается и другим же. Я просто не хотела вам говорить при всех. Ну ничего, я думаю, что мы с вами вместе. Ну, я с ним поговорю. А что это вы тут? Что это вы тут вместе собираетесь с моим мужем делать? А? Оль, да ты понимаешь, мы про Ваньку говорили, а что-то такое делаем. Про Ваньку вы говорили, да. Может, про Ваньку вы говорили? А? Да? Ну, вижу, оценки свои бесстыжие вылупила. Что вы говорите? Мы говорили про некоторые нюансы. А, про нюансы. Про какие такие нюансы вы говорили? Ну, как тебе не стыдно? Ну, в самом деле. Ну, что... Заткнись! Иди своими больными командами, а меня не учили, как себя вести. А ты знаешь, дорогуша, что я тебе скажу? Нюансы у нее. Гляньте на нее, а? Выучилась, думает, умнее других. Знаешь, что я тебе скажу? Ты вот своего мужика заведи, ему мозги вправляй, а моего оставь в покое! Сиди, иди! Извините. Иди, я сказал! Здрасте. Здрасте. Ты что ты такую рожу-то праведную делаешь, а? Ты думаешь, я не видела, да? Ты думаешь, я не видела, какой ты перед ней сидел? Разомлел весь, а? И кочерыжки свои кивал. Да уймись ты уже.
Дом поговорим, люди смотрим. Это вот люди? Это люди, да? Знаешь что? Я эту твою учительницу просто так не оставлю. Я к директору пойду, вот. Ги-ги-ги. Алло, Митюш, привет. Танюш, привет. Хорошо, что позвонила. То я думал, ты мне вчера обиделась. Да что ты, конечно, я не обиделась. Слушай, Митюш, у меня к тебе просьба. Ты можешь к тете Вере сходить? Я целый день не могу до нее дозвониться. Да все нормально, Танюш. Ну что может случиться? Митюш, ну пожалуйста, ну сходи. Хорошо, схожу. На днях. Слушай, Тань, я сейчас занят немного. Я тебе перезвоню, хорошо? Давай, пока. Пока. Это что такое? Держи, Ветрова. Спасибо. Монпасье. Спасибо. Я, Ветрова, тебя чего пригласил-то? Ты, наверное, в курсе, что демографическая ситуация в 90-е была аховая. А спад рождаемости влечет за собой. Я не понимаю, к чему вы клоните. А что тут понимать-то? Сокращение у нас, сокращение. Подождите. То есть вы мне предлагаете уволиться? Подождите, я же молодой специалист. Мне район стипендию платит. Так-то оно так. Ну тогда скажу, кого? Нина, мать-одиночка, так? Галине Петровне год до пенсии остался. Виктор Иванович заслуженный учитель. Ну? Конечно, не волить я тебя не имею права. Закон на твоей стороне. Закон? Но я же хотел как по-хорошему, чтобы, так сказать, согласие сторон. Тем более заявление на тебя поступило. Какое заявление? Вот. Читай. Между прочим, копия в РАНО ушла. Подождите, но это неправда. Никакой интимной обстановки не было. Я пригласила его, чтобы обсудить ребенка. Да какая разница, зачем? Мне жалобы на уровне РАНО не нужны. Так что выбирай. Либо ты пишешь по-собственному, либо я тебя уволю, ославив на всю деревню. То есть выбора у меня нет. Танюш. Вер, ну где ты ходишь-то, а? Thank you.
За теткой ухаживать приехала правильно. В смысле? Ты не волнуйся так. Думаю, ее ненадолго забрали. Куда забрали? Сегодня. В больничку. Скорая забрала. Ясно, почему я дозвониться не могу. Да ты не переживай. Там больница, врачи помогут, если что. Все же лучше, чем одной. Так. Здравствуйте, Андрей Львович. Я по поводу Смирновой Веры Михайловны. Я ее племянница. Да вы присядьте. Угу. К сожалению, обрадовать мне вас нечем. У вашей тети подозрение на онкологию. Мы сейчас проводим обследование. Но это еще не приговор. Во-первых, диагноз надо подтвердить. Во-вторых, существует много способов лечения. И мы выберем самый приемлемый для ее возраста. У меня же кроме нее никого нет. Я сделаю все, что нужно. Через пару дней все будет ясно. Хорошо. А пока вам хочу сказать, что ей потребуется постоянный уход. Хорошо. И вы должны быть к этому готовы. Хорошо. Ну, там режим питания и все остальное. Ну, конечно, все сделаю. Все, что нужно. Все, что от меня требуется, я все сделаю. Ну и хорошо. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, свет мой. Ну, вот что же это такое-то? Ты даже не позвонила, ничего не сказала. Я приезжаю, а тут такое. Я была у лечащего врача. Ну, что он тебе про меня наговорил? Он сказал, что тебя нужно обследовать, и мне нужно хорошенько за тобой ухаживать. Да ладно тебе. Что, плохи мои дела? Тетя Вер, да у нас все будет хорошо. Ты уже в больнице, тебя обследуют. У нас все будет хорошо. Ну, а что же мне еще остается? Ты сейчас домой или к Мите? Да, наверное, домой поеду. Так, а ты, главное, отдыхай, поправляйся и побольше спи. Говорят, что во сне все болезни проходят. Слушай, Танюша, ну как же теперь твоя работа? Ой, да ты не волнуйся. Я сама все решу. У нас с тобой все будет хорошо. Танюш, что доктор сказал? Какие прогнозы? Вить, ну какие могут быть прогнозы? Она на обследовании. А я сделаю все, чтобы она поправилась. Понятно. Расстроена? Таня, ты, получается, в отпуск взяла? Уволилась. Буду здесь жить, ухаживать за тетей. Так. Послал Бог соседку. У тебя на завтрак какие планы? Ой, завтра мне нужно утром съездить тетю в больницу, потом мне нужно съездить в Ключи, забрать кое-какие вещи, книги и все. Так, хорошо. Кстати, дом надо будет побыстрее продать, чтобы успеть первый взнос заплатить. Подожди, Митюш, какой взнос? Ты о чем? Ипотечный. Ну не все же нам по съемным квартирам жить. Ой, слушай, Мить, я даже об этом еще не думала. Да и дом все-таки как-то родительский. Я там с мамой жила, пока она... Давай, Митюш, знаешь, что мы сделаем? Мы с тобой его закроем на зиму, а потом посмотрим, что будет. Договорились? Хорошо.
Посмотрим. Пойдем. Митька, как хорошо. Мне-то как с тобой хорошо. Ужинаем вместе. Завтра завтракать будем. По-семейному, как хотели. Да. Ой, ой, Мить! Да, мне завтра надо к тетке в больницу съездить. Еду ей приготовить. Понятно. Значит, ты теперь челночить будешь? В каком смысле? Ну как? Больница, дом. Дом, больница. Митюш. Но она ж меня вырастет. Ладно. Решил, так решил. Пойдем, сопровожу. Пойдем. Только ты не обижайся, ладно? Заботливая ты. Ой. Девушка, я что-то вообще ничего не понимаю. Что у вас тут происходит? Что у вас за порядки такие? У вас слушайте, тут больница, не кричите, успокойтесь. Что значит не кричите? Ну, предупредили бы сразу, извините, предупредили бы сразу, что нужно взять с собой чемодан, я не знаю, таблеток там, матрас, подушку, кровать. Девушка, объясните мне, это что такое? Вот это что такое? Это у вас порядки такие? Молодой почему человек. Место для больной не подготовили? Молодой человек, что молодой я сказала человек? Вам, успокойтесь, ну, сестра-хозяйка сменилась, ну, придумаем сейчас что-нибудь. Вы не видите, что моя тетя спит? Ой, извините. У меня голос такой громкий. Просто порядки у них тут. Хуже некуда. Вы понимаете, у меня мать в больницу положили. Даже лекарства самим приходится покупать. Ничего-ничего. Прорвемся с тобой. А что у вас? Язва? Да, ясно. А вы ее первый раз кладете? Конечно, первый. Вы его извините. Он нервничает. Да я понимаю. Как зовут? Меня Таня, а вас? А меня Слава. Очень приятно. Вы понимаете, мне вечером в рейс, а они мне голову морочат. А вы летчик? Ага, дальнобойщик. Не, ну раньше в милиции работал, теперь уже ушел совсем. Не жалеете? Нет. Если бы вы знали, чем я занимался большую часть дня. Писанина, болтология. Вместо того, чтобы ловить преступников, сидишь, бумажки заполняешь. Ладно, пойдемте. Давайте ваш список. Вот. Ага. А, здравствуйте. Можно мне альфа-гель, ролептидин? Вы знаете, первые два есть, а витамина нет. Возьмите белоглин. Он заменяем. Хорошо. А вот это еще есть? Да, есть. Замечательно. А можно мне еще пятак? Да, конечно. Так, и сколько вам должна? Пожалуйста, 980. Так, ну вот. Держите. Вот. Ой, а у меня нет сдачи. Да бог с ней со сдачей. Нет, подождите, я так не могу. Послушайте, мы с вами товарищи по несчастью. Ну что сейчас, копейки считать будем, что ли? Ладно, тогда я вам в следующий раз обязательно отдам, хорошо? Хорошо. Ну пойдемте. Таня, а? Скажите, а вы чем занимаетесь? Митька! Привет. Привет. Ты что, в театр присылалась? Ну да, вот лекарство хотела купить. А это кто с тобой? А это Славик, познакомься. Его мама лежит с тетей в одной палате. И он, конечно же, решил проводить тебя до аптеки. Ну, Митька, ему тоже нужно купить лекарство. Таня и вправду мне очень помогла. А я думал, что я всех твоих друзей знаю, оказывается, нет. Мит, ну,
Простите, а вы мент? Бог миловал. Мент, ну перестань, ну чего ты, хватит. Ладно, созвонимся. Пока. Слава, подождите. Танечка, давайте лучше на «ты». Хорошо, давайте на «ты». Только вы меня тоже на «ты». Хорошо. Ты говорил, что завтра уезжаешь. А как же мама? Мама? Ну, теперь, когда лекарство уже есть, все в порядке будет. Просто работа есть работа, ничего не попишешь. Я ведь вернусь через 2 дня, так что все нормально будет. Так давай я ей куриный бульон сварю. Говорят, что язвенникам очень рекомендуется. Да? Да, только не жирный. А что, у них с питанием беда? Ну, беда не беда, а все-таки домашняя пища лучше. Спасибо. Кстати, ты меня очень обижаешь. Да. Северная Пальмира, 9 букв. Петербург. Подходит. Легкая простуда. Аббревиатура 3 буквы. ОРЗ. Здравствуй, моя хорошая. Познакомься, это Слава. Мы с ним в аптеку ходили, пока ты спала. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Ну, смотри, тут все, что просили, так что передашь сестре. Спасибо. Ну что, ты обратно послезавтра? Ну да, послезавтра. Ты, кстати, если что, обращайся к Татьяне. Она приходит каждый день и обещала и за тобой присмотреть. Да, обращайтесь по любому поводу. Ну, ты только не очень девушку нагружай. У нее и своих забот хватает. Да ладно. Ой, Слав, перестань. Где можно одному человеку помочь, там и другому несложно. Угощайтесь. Спасибо. Давай, ты тоже ешь. Ну, полезно, тетя Вера. Формула семейного счастья 6 букв. Любовь? Любовь. Тетя Верочка, давай, поешь. Не хочу, не хочу, ну, не хочу, не хочу. Евгения Петровна? Спасибо. Берите. Спасибо большое. Спасибо. Тетя Вера, ну чуть-чуть. Танюша, заяц, не хочу я. Ну хорошо. Но я знаю, что бульон уже надоел. Но доктор сказал, что его нужно есть каждый день. Он очень полезный. Я потом, ладно? Привет выздоравливающим. Ой, кто пришел? Как дела? Сыночка, как ты съездил? Да нормально, как всегда, быстро. Держи. А, это вам. Это вам. Спасибо. Мать. Ой, вы хороший. Я вот тут привез из Калининграда, что сумел. Тут гостиницы всякие. Угу. Ну, разберешься. Да. Соседок угостишь. Хорошо. Привет. Привет. Как съездил? Да все путем. Хорошо. Это тебе. Слав, ну зачем вы? Ну, мы договорились на «ты». Хорошо. Слав, ну зачем ты? Просто так. Мам, ну я ведь могу красивой девушке оказать знак внимания. Можешь. Вот видишь, могу. Спасибо. К сожалению, сделать такую операцию в нашей больнице невозможно. И что, она умрет, да? Ну зачем вы так? Человек жив надеждой. Я решу вопрос с Москвой. Угу. Мы найдем ей место в клинике. Но из-за срочности операция будет платной. Ой, доктор, я найду любые деньги, хорошо? Постарайтесь. Что? А я сегодня свяжусь с клиникой
и подготовлю документы для перевода. Хорошо. Времени мало, ладно, надо торопиться. Хорошо, я могу идти, да? Конечно. Привет, моя хорошая. А я вот только от лечащего врача. Знаю, что он тебе сказал. Послушай, Танюш, хочу, чтобы ты знала, за тебя у меня там сердце спокойное будет. Ты что ты такое говоришь? Я знаю, что говорю. У меня на книжке деньги есть, возьмешь их все, это на похороны. На поминки позовешь Милу Грушину, Никитишну с мужем и Славу с мамой. Она мне там телефон оставила при выписке. Да ты еще на моей свадьбе гулять будешь. Поняла? Вторую половину вы получите после окончания сделки. Хорошо, договорились, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Счастливо оставаться. Спасибо, до свидания. Тань! Танюш! Ой, Митюш! Как здорово, что ты приехал. А то я боялась с такими деньгами в электричке ехать. Много денег? Ну, половину, а остальное после оформления. Чего так мало-то? Ты ж за бесценок дом продаешь. Митя, это же срочная продажа. На первый взнос, может, и хватит. Подожди, ну какой взнос-то о чем? Это на лечение тети? Подожди, Танюша. Вроде ты не понимаешь, что только мучаешь и яви себя этими больницами, операциями. Ты же видела диагноз. И никакими лекарствами не поможешь. Не смей так говорить. Она поправится, слышишь? Не смей так говорить. Она поправится, слышишь? Прости. Прости. Я там не подумал. Ну все, Танюша, отдыхай. Угу. Деньги получше спрячь. Да, хорошо, деньги, конечно. Ладно, пойду я. Пока. Пока. А поцеловать на прощание? Спасибо, Митюш. А деньги перепрячь. Но не делать такую сумму между книжками засовывать. Даже полные дуры понимают, что воры в первую очередь именно здесь смотрят. Ну, значит, я дура. Митюш, ты меня обидишь, что ли, хочешь? Да при чем здесь обида? Просто перепрячь деньги. Хорошо, хорошо, я перепрячу, иди. Ветрова, подождите. Да? Зайдите к главврачу. Ваша тетя ночью умерла. Нет, нет, подождите. Подождите, я принесла. Вот, вот. Thank you.
Обижайтесь. До свидания. До свидания. Ничего не поделаешь, Таня. Жизнь есть жизнь, держись. Тань, если чего-то понадобится, ты в любое время звони. Мой телефон у тебя есть. Спасибо, мы сами справимся. Я вообще-то не к вам обращался, а к Тане. Ну, тихо, тихо. Еще не хватало в такой день. Танюш, мы проводим. Спасибо, Ленчик. Козел, а? Мить, ну зачем ты на ссору нарываешься? Ну, он же тебе ничего плохого не сделал. Ничего себе плохого ничего не сделал. Ты не поняла, что он первый напрашивался? Мить, хватит. Ладно, проехали. Черт. Даже не знаю, как теперь тебя одну в таком состоянии оставить. А что? Да мне в командировку надо уехать дней на 5. Хоть отказывайся. Ну, почему? Если нужно, езжай. Я в порядке. Точно? Ну, ладно. Как вернусь, обязательно тебя на природу уведу. Развеется. Все, пока. Побежал. Пока, Митяш. Ну что, все разошлись. Устала? Давай с посудой помогу. Спасибо, Леночка, я уже почти закончу. Ну, какие планы-то теперь? Что Митька твой говорит? Митька говорит, что на работу надо устраиваться. Зовет к себе. Но у него там сейчас какие-то проблемы, и ему не до меня. Завтра схожу в школу, узнаю там, что к чему. Папа, папа, беги скорей! Сейчас, дочка, сейчас! Иришка, ты пока смотри, потом все мне расскажешь. Дочка. Ну, а жилплощади что надумали? Теперь деньги за дом можно в квартиру вложить, плюс продашь эту комнату, и будет у вас с Митей свое отдельное жилье. Он хоть поспокойнее станет. Да и нам с Ленкой тоже расшириться совсем не мешало бы. Вон Иришка подрастает, скоро женихов водить будет, да? Да я понимаю, конечно. Две семьи в квартире – это очень тяжело. Я узнаю, что и как. Да что тут узнавать? Пойдем хоть завтра в риэлторское агентство. Там тебе кучу вариантов предложат. Выбирай, не хочу. Твой дом, да это комната, это же золотой вариант, можно будет подобрать. И будешь что у нас, Танюха? Невеста с приданым. Витюш, я подумаю. Ты же понимаешь, что сейчас не время для таких разговоров. Не время. Ладно. Не время. Привет, Танюх. Ну что, нашла работу? Да нет, ведь смогла зайти только в две школы. Я тоже не сидел сложа руки. Есть знакомый риэлтор. Витюш, ты знаешь, мне сейчас совсем нет сил этим заниматься. Да тебе и не надо. Подписываешь мне генеральную доверенность продажи, я все делаю. Да? Ну, мы же соседи. Ну, хорошо, спасибо. Я пойду? Ну, да. Ну вот, готова ваша доверенность. Угу. Осталось подписать, и все. Ага. Где вы? Вот здесь? Да, внизу, где галочка. Угу. После имя. Вот тут, да? Да. Отчество и фамилию полностью. Угу. Пожалуйста. Ну вот, Танюш, все будет хорошо. Теперь все законно. Можно? Да-да. Спасибо. Все, Танюш, пойдем. Все. Да. Все, спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Все, пойдем, 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 пойдем. Пожалуйста. Танюх! Танюх! Ну ты где? Заходи, все готово. Лен. Давай, давай. Ну, чтоб все. Сразу. Да.
Слушайте, так я же вообще не пью. Тань, ну ты что, ну рюмку-то выпей. Такое дело обмыть надо, а то вдруг пойдет все наперекосяк. Танюх, обижаешь. Рюмашечку сам Бог велел. Да. Конечно. Да? Ну ладно, капелюшку. Все. Ну давайте. Вздрогнули. Сбоку. Ой. Ой. Фу, какая гадость. Как вы пьете эту водку? Мы не пьем, мы лечимся. Ты закусывай. Угу. Чуча. Алло. Ветрова Татьяна Сергеевна? Да. Дежурный по району Телишев. Вы хозяйка дома по улице Вокзальной, номер 7. Да, что случилось? Ваш дом горит. Пожарные на месте, но боюсь, что спасти его уже не смогут. Обстоятельства требуют вашего присутствия. Хорошо, скоро буду. Дом ключа горит. Который час? Успею. 8:30. Все, успею. Слушайте, что-то мне не очень хорошо от вашей этой водки. Это ничего, это бывает. Да? Ну ладно, наверное, с непривычки. Все, побежала. Пожар. Тетя Маша! Тетя Маша! Тетя Маша! Маша! Тетя Маша, откройте! Тетя Маша! Таня! Приезжайте скорее, помирает она. У нее пульса совсем почти нет. Синеет она, уже синеет. Скорее приезжайте, скорее. Ну вот, слава тебе, Господи. Вернулась наша Татьяна Сергеевна. А что со мной? Ай-яй-яй. А еще учитель химии. Ну, скажите-ка мне, химик вы мой любезный, как вас угораздило выпить метиловый спирт? Вы что, не знали, что он смертельно опасный? Подождите, как метиловый? Такого не может быть. Еще как может. Вас, Татьяна Сергеевна, определенно отравить хотели. Вы тут у меня, почитай, неделю между небом и землей были. Тетя Машу благодарите. Вовремя позвала на помощь. Как отравить? Да нет, это, наверное, просто какая-то ошибка. Это вы, Татьяна Сергеевна, сами следователю расскажете про ошибку-то. А наш участковый на этот счет свое мнение имеет. Он уж и уголовное дело о покушении на убийство завел так-то. Скажите, сколько я здесь проводу? Татьяна Сергеевна, полагаю, 3-4 дня полежите до полной детоксикации. Ну, а пока отдыхайте. Отдыхайте. Ну? Ну. Все, тетя Машечка. Ну, все, мой хороший. Все, давай, давай. Все, спасибо вам за все большое. Даже не знаю, как это благодарить. Да ладно, ты пожила бы немножко, а я бы тебя подкормила, ты бы поправилась у меня. Ой, ну нет, не надо ехать, меня на уже потеряли. Ну что ты, ну ладно, поезжай, ну с Богом, моя. С Богом, моя радость. Все, ну давай, себя. Давай. Да, приезжай, слышишь? Толстой описывал.
романе, а чистое правду ей. Подайте, 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 граждане, перед вами Каренин и Сергей. Подайте, 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 граждане, перед вами Каренин и Сергей. Мой отец в бою жестоком жизнь свою отдал. Ой, простите, а вы кто? Я хозяин квартиры, а ты кто? А я хозяйка квартиры. Подождите, это какая-то ошибка, наверное. А Лена и Виктор дома? Я не знаю таких, я через агентство покупал. Что покупал? Квартиру. Позавчера оформил. Как? Заходи. Где мои вещи? Лена, Виктор! Что тебе надо, а? Подождите, подождите, это моя комната, я здесь живу. Лена, Виктор! Подожди, а где ты видишь тут каких-то соседей? Подождите, вы что делаете? Алло, Николай? Да, это Ашот. Слушай, тут эта ненормальная пришла, да, которую ты предупреждал. Да, ищет твоего брата, Виктора. Я с ней заперся в комнате. Да. Хорошо, приезжай и забирай. Разберемся. Хорошо. Ну, она, короче, в дверь позвонила. Да. Я дверь открыл. Да. Вот, она давай сразу по квартире шпанаться. Ну, да. Я хозяйка. Да, я хозяйка. Вот. Я правда хозяйка. Виктора. Вот, ну, я тебе позвоню. Спасибо, молодец. Сейчас мы ее упакуем. Мы в обезьянничек отправим. Подождите, куда? Да. Не подходи ко мне, не подходи ко мне, не трогай меня своими руками. Не подходи. Давай. Отпусти меня! А что она сделала? Подозревается в мошенничестве. Слушай, а так не похоже. Ладно. Дрёха глупая. Вот, Михалыч, принимай задержанную. Что натворил-то? Подозревается в мошенничестве, а дальше до выяснения. Вот ее мобильник, кстати. Отдадим, когда отпустим. Куда ее? Ну, обезьянник, куда же еще-то? А мне подружки уже с ночи парятся. Дяденька, подождите! Подождите, не уходите, дяденька!
Эй, ты чё плачешь-то, коза? Первый раз, что ли? Слушай, не из наших. А за что тебя? Да не знаю. Так мы все тут не знаем. А вот статью припаяет, сразу узнаешь. Да мне даже позвонить не дали. У меня телефон отобрали. Адвокату? Да какому адвокату? У меня нет никакого адвоката. Жениху. Фу, это уже свинство какое-то. Ладно. Мы бабы опытные. Поможем. Эй, начальник. Ну что еще? Дай девке-то позвонить. Иди сюда. За что вы ее взяли-то, а? Не знаю точно. Мое дело принять. Принял? Угу. А теперь дай позвонить. Дай позвонить. А? Не имеешь права запрещать звонить. Не имеешь права. Ну ладно, только я сам. Говори, куда? Только быстрее, сейчас батарейка сядет. А, там в телефонной книге имя Митя. Ну что? Извините. Да. Здрасте, это из РУВД вас беспокоит дежурный Клюев. Тут гражданка... Ветрова. Ветрова. Просил... Подождите, какой РУВД? Что вы мне голову морочите? Я занят, перезвоню позже. Ну и кто он тебе? Даже разговаривать не стал. Ничего себе, жених у тебя. Как? Так у него просто деловая встреча. Вот урод. Конечно. Ты извини меня, конечно. Спасибо, начальник. Пойдем. Подождите, попробуйте еще раз. Он просто не слышал. Пожалуйста, наберите еще разок. Я со всем удовольствием. Только телефончик твой сдох. Как сдох? Подождите, куда вы? Не уходите, пожалуйста. Не уходите, пожалуйста. Дайте позвонить, пожалуйста. Черт. Извините. Аппарат абонента выключен или находится в... Михалыч! Ну, кто еще там? Ну, кто это? Я это, здорово! Как это тут? Ну, как? Ну, вот мимо проходил. Смотри. Презентик тебе. Слава. Слава! Михалыч? А это что? Ты понимаешь, я чуть не умерла. Меня из собственной квартиры выгнали. А деньги у меня вообще забрали. Ты не знаешь, за что мне это? Ну за что? Тихо. Танечка, успокойся. Танечка, не плачь. Деньги – это дело наживное. Главное, ты жива осталась. Видишь меня? Да, жива. Да. Все. Я этого так не оставлю. Мне он. То есть какие-никакие есть, так что разберемся. Да? Хорошо. Успокойся. Хорошо. Успокойся. Давай, садись. Садись. Значит так, поехали к нам домой. Мать борщ сварила. Ты ведь голодная, да? Нет, Слав. Отвези меня, пожалуйста, к Мите. Он, наверное, уже дома. А вдруг нет, ты позвони сначала? Да у меня телефон сел. А у него какой-то номер, я не помню, прямой. Я смотрю, он у тебя крутой, дальше некуда. Ну да. Привет, Митюш. Здрасте. Ну, и где тебя носило целую неделю? Я из командировки возвращаюсь, тебя дома нет. К телефону не подходишь.
значит, ты и квартиру потеряла, и деньги за дом пропали. Ну да. Молодец! Умница! Мить, ну я чуть не умерла. Меня отравить хотели. Я-то почему, как всегда, в дураках оказался? Объясни мне. Просто скажи, тебе тяжело было совета спросить? Ну ты же уехал. Где-то же могла быть наша общая квартира. Мне надоело еще по углам жить. Вот объясни мне одну вещь. У тебя голова на плечах для чего? Для того, чтобы бигуди накручивать или чтобы думать? Подожди, но Слава сказал, что он может помочь ему. Как вот дал бы сейчас тебе. Как ты так можешь? Ну, значит, ты ее соседей никогда не видел? Нет, не видел. Мамой клянусь. И вещей никаких не было? Нет, голые пустые стены. Документы на квартиру покажи. А ты сначала свои. Хорошо. Пожалуйста. Ментовские? Послушай меня. Я ее родственник. Мне нужно знать, кто и почему ее кинул. Понимаешь? Честно? Я мамой клянусь. Только тебе показываю. Хорошо. Оф, зачем я с этой квартирой связался? Представляешь, были совсем другие варианты. Ну, были. Ну да, сделка чистая. Чистая, да, она чистая, но... Оф. Ну, успокойся. Извини. Погорячился, не сдержался. Ничего. Ладно. Что-нибудь придумаем. Танюш, все, я поехал. Давай из дома не ногой. Хорошо. Опять что-нибудь натворишь. Хорошо. Давай, пока. Удачного дня. Алло, да? Алло, привет, это Слава. Слушай, надо быстриться, у меня появилась информация. Сможешь сегодня? Хорошо, да. А где? Здрасте, добро пожаловать. Что будем, пожалуйста? Я вас слышу внимательно. Здрасте, нам два пива? Ой, пожалуйста. Нет, я не буду. Что тебе заказать? Я ничего не буду, спасибо. Тогда одно. Спасибо. Пожалуйста. Слав, ты мне лучше расскажи, что ты узнал. Ты подписала генеральную доверенность. Им нужно было, чтобы ты исчезла на какое-то время. Мимо пожар. Ну да. То есть, получается, они специально хотели меня отравить? А я в этом уверен. Тебя нет, и все, и концы в воду. Ну, конечно, ну, конечно. Ну, как же я сразу-то не догадалась? Слава. Да поди тут, разберись сразу. Кто может предположить, что человек смотрит тебе в глаза, улыбается, а потом вот такое вот делает? Вован, здорово. Да ничего, кручу баранку. Как сам? Понял.
Слушай, у меня к тебе просьба небольшая. Пробей мне семью. Супружеская пара с ребенком. 2 недели назад проживали на улице Комсомольская, 46. Квартира 10. Но меня интересует, куда они сейчас переехали. Угу. Спасибо. Пожалуйста, приятного досуга. Ну что? Нагулялась? Митик, случилось что-то? Да хватит из меня дурака делать! Вот объясни, чем ты лучше тех проституток, с которыми тебя в обезьяннике заперли? Митюш, ты о чем? А теперь? Мить, ну ты что, шпионил, что ли, за мной? Нет, милая, не шпионил. Не докатился еще до такого. Хотя с тобой, видимо, придется. Просто мимо шел. Да это вообще не то, что ты думаешь. Это Слава, он просто узнал, что... Да мне плевать, что узнал Слава! Мне не нравится, что моя невеста, когда я приказал ей не выходить из дома! Мить, я невеста, а не раба. Митюш. Митюш. Ну, если бы я тебя не любила, ну, я бы жила бы у тебя. А? Куда тебе еще деваться? М? Дом с квартирой ты профукала. А здесь-то всяко получше жить, покомфортнее, чем на вокзале. А этот твой водила тебя, видать, к себе не пускает. Думает, нафиг мне такое счастье, мне самому на водку не хватает. Если ты так думаешь, тогда я сейчас же уйду. С катертью дорога. Посмотрим, как ты без меня проживешь. А знаешь, Мить, даже если мне всю жизнь придется прожить на вокзале, к тебе я больше никогда не вернусь. Прости. Прощай. На шахте номер 8. Такси, такси. Кудрявый канагон. Такси. Уважаемые пассажиры, пригородный поезд «Белокаменка Березовка» последует с остановками по всем пунктам. Что, девушка такая грустная? Поехали кататься. Шашлык, машлык. Дяденька, отойдите от меня, пожалуйста. Так, Орел, ты что, пару ищешь? Все, сегодня домой без пары полетишь. Что, давай, тетенька? Давай, что, давай, тетенька? Домой, тетенька. Мать моя, я еду из Щербинки, у подружки там была. Славка в рейсе. Смотрю, ты не ты. Что случилось-то? У меня Евгения Петровна больше нет. Никого нет. Дома больше нет. Да что ты говоришь-то? Дома нет. Ну-ка, пошли, пошли. Пошли, у нас поживешь несколько дней. Славка вернется, все, и разберемся. Это в пионерском лагере. Это он у меня 8 класс перешел. Что-то какой-то он... Какой? Не знаю, ну смешной какой-то. Чей-то он смешной? Ну где-то он смешной? Ну смешной. Подумаешь, маленький мой... Славный какой, да. Зайчик мой. Ну-ка, подожди-ка, а где же... А, вот! Ты видишь? Ой. Это он первый раз надел форму. Это он в следственный отдел переходил как раз. О, какой! Где-то тут была фотография, где они все вместе. Слушай, весь следственный отдел перед праздником. Что-то я не могу Ее Евгения найти. Петровна, я хотела спросить, а почему же он тогда ушел оттуда? Ушел. Ушли. Такими делами занимался. Знаешь, какими делами занимался? Ой. Слияние бизнеса и верхушки. Он мне объяснил. Это когда бизнес делает грязные деньги, а верхушка делает вид, что она этого не замечает. И он копнул. И знаешь, как копнул? Начальнику не понравилось, он его уволил. А потом этого упыря самого на взятках поймали. Слава тебе, Господи. А теперь к ним в отдел пришел его друг, Вовка, хороший парень, хороший. И зовет его к себе. Вот так вот. Значит, и ему досталось. Досталось.
Еще как досталось. Можно? Да-да. Я Ветрова Татьяна Сергеевна. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Присаживайтесь. Угу. Я ознакомилась с вашим резюме, но, конечно, вы к нам вовремя пришли. Я думаю, что все сложится. И с сентября вы наш преподаватель химии. Заходите, будем конечно, ужинать! Ой, давайте! Я какая голодная! Мама! О, мам! Там кто-то пришел, мы кого-то ждем! Это сюрприз! Иди встречай! Слышала? Сюрприз! Иду, иду! Да-да. Угу. Вот это номер. Привет. Привет. Мама, это и есть твой сюрприз? Да. Таня живет у нас уже несколько дней. В школу устроилась, будет работать. Да ты что? Я поздравляю. На-ка, держи. Да? Идите, что встали-то? Давайте, давайте, давайте. Проходи. Здрасте. Здравствуйте. Знакомьтесь, Таня, это Света. Света, это Таня. Очень приятно. Так вы, значит, со Славой... А, нет, просто Таня. Славка, а? Хлеб-то я не купила, у нас хлеба нет. Так давайте я схожу. Не вопрос, я скажу, чего? Слав, и я с тобой. Я так по вам соскучилась, ну прям не рассказать. Ну. Славочка, видишь ли, мы с твоей мамой договорились, что пока я буду жить у вас, все покупки будут на мне. Ну, как знаешь. Ну-ка. Иди, моя мамушка, иди. Я же тебе говорю, идти некуда. А гордая, я ее к нам-то силком затащила. Слушай, ну я что-то не пойму, ну где она? Полчаса уже прошло, булочная тут в двух шагах. Слушай, действительно, а где она? А? Я знаю. Это из-за меня. Светка, точно. Я же тебе говорю, гордая, сейчас вот уйдет, ищи вещи. Ничего, далеко не уйдет. А в какой школе она работает? Во второй. Во второй. В чем дело, командир? Здрасте вам, а Ветрова, новая учительница, здесь? Какая Ветрова? Гуляй, кавалер. Ну вы что, все по ума посходили? Анатолий Иванович, пустите, пожалуйста, переночевать. А, ну давай. Спасибо. Thank you.
Вован, здорово. Ну, я тебе сейчас не могу ответ дать. Почему? Ну, ты только не смейся. Я влюбился. Вот уж поздравляю. И пока я не знаю, как она отреагирует, если я вернусь в органы. Ну, давай разговаривай скорее. Мне толковые честные спецы его как нужны. Ну, я сейчас не могу с ней поговорить. Почему это? Ну, потому что я не знаю, где она. Славка, так не бывает. Ну, знаешь ли, это у тебя так не бывает. А у меня бывает. Так, теперь по поводу твоей просьбы. Я все выяснил. Эти твои донченки прописались в вашем микрорайоне по адресу Дугина, дом 17. Ладно, спасибо, что выручил. Ты давай там с работы не тяни, понял? У меня работы тут некому. Все, отбой. Я понял, давай пока. Здравствуйте. Елена Борисовна Донченко? Да, вы по какому вопросу? По поводу вашей квартиры. Меня этот вопрос тоже очень интересует. Пройдемте на кухню. Дочка, иди в комнату, нам с дядей поговорить нужно. Давай, 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 давай. Привет. Присаживайтесь. Спасибо. Значит так, Елена Борисовна, меня зовут Смирнов Вячеслав Николаевич. Я расследую вашу аферу с квартирой на Железнодорожной. Покушение на убийство и обман партнера по сделке с недвижимостью. Что вы такое говорите? 15 мая вечером, а это дата подписания доверенности, вы и ваш муж пригласили Ветрову к столу. Ну, обмыть, так сказать, сделку. Да, было такое. Было такое. После того, как Ветрова выпила спиртное, ей позвонили и сказали, что ее дом в поселке Ключи сгорел. Да, звонили, она тут же в Ключи засобиралась. У меня есть доказательства, что вы или ваш муж налили ей напиток на основе метилового спирта, смертельно опасного для человека. Стоп, товарищ гражданин, что вы такое говорите? И какой спирт? Я эту водку сама лично в магазине покупала. Собирая Ветрова в дорогу, вы, наверное, надеялись, что и по пути станет плохо. Смерть в дороге снимает с вас все подозрения. Ну, поехала девочка родные места проведать. А что там с ней произошло, мы знать не знаем. Так оно было. Какой ужас. Я вообще ничего не знала про то, что вы мне говорите. Что же в итоге произошло? Вот что произошло. Поиском вариантов квартиры занимался Витя. Я вообще ничего не знала, вообще ничего не знала. Он сказал, что давай поживем в этой однушке, пока в нашей новой квартире делают ремонт, и перевез нас сюда. Ну и? А потом он исчез. Записку оставил, что встретил настоящую любовь. И что просят не поминать лихом. Вот так вот. Вам придется это все рассказать следователю. Меня посадят, да? Если вы тут ни при чем, то... Все выяснится, когда разыщем вашего мужа. Найдите его. Я просто в глаза хочу ему посмотреть. Под лицо. Найдем. Слава Богу. Так, Евгения Петровна, я пришла попрощаться. Угу. Попрощаться? А ну иди сюда. Попрощаться. Иди-ка ты сюда. Ну что случилось? Ну что ты творишь? Господи, боже мой, я ничего не понимаю. Ну из-за чего это? Из-за Светы, что ли? Света, моя племянница, Славкина, двоюродная сестра. Она приехала сюда на 2 дня. Ее муж вызвонил. Он ревнивый. Она уже уехала. Ну что это такое? Ты поняла?
Да поняла, поняла я, что просто ненормальная. Абсолютно ненормальная. Славка всю ночь по городу бегает, ищет тебя. Может, что случилось? В школу пошел, там тебя нет. Ну что это такое? Да я тоже по всему городу бегала. Я думала, что ну чего я буду мешать? Ну у него девушка, а я тут, ну я же, господи, какая же я балда. Дуреха просто, иди сюда, господи. Ну все, все, сейчас пойдем пить чай. Чай. Чай, идем пить чай. Славка, Славка. Ой. Она ведь все-таки в школе ночевала. Сторож сказал. Пойди-ка. Чего? Чего там? Привет. Я тебя вчера искал. Так, все, я чай пошла готовить. Прежде чем сбегать, надо выяснить. А ты? Я больше так никогда не буду. Не будет она. Никогда. Ну-ну. Не буду. Слушай, мне товарищ позвонил. В районном УВД работает начальником. Зовет к себе. Вот хотел с тобой посоветоваться. Ну, знаешь, если зовет, значит, нужен. Да? Угу. А это очень опасно. Ну, ты знаешь, профессия дальнобойщика тоже очень интересная. Ну, там разные люди, города, ну, другая профессия. Ну, и безопасно, и... Ну, работа в полиции тоже не очень опасна. Не каждый день стреляют, правда? Правда. Извини. Алло? Да, Мить? Нет, не стоит. Митя, Мить, мне сейчас неудобно говорить и выяснять отношения. Я уверена, что нет. Пока. Жених? Угу. Жених. К тесту готовится. Ну хорошо, пускай готовится. А ты чего? Мам, я не знаю, что делать. Она только вернулась, тут же позвонил ее жених. Ну что? Мама, я не знаю, что между ними произошло. Может, они поссорились на ровном месте, завтра они помирятся. Они ведь близкие друг к другу люди, ты понимаешь? Почти что. Муж и жена. Вот именно. Сам сказал, почти что. Угу. Вот почти что, это еще не муж и жена. Она человек искренний, редкий. Если она ушла от этого своего жениха, значит, она не просто так ушла. Она ушла навсегда. Слушай, ну тебе лучше нее не найти. Да, она мне нравится. А? Да. Но постоянно на пути возникают какие-то проблемы. То одно, то другое. Одно, другое, ты понимаешь, одно, другое. Ну и что? Как что? Слушай, офицер, ты не дрейфь. Мама с тобой. Нашел я твоего Витька, Донченко. И думаешь, где он с любовницей обитает? Небось, думаешь, где-нибудь на Камчатке? А-а. У нас под носом, в Климовске, улица Ленина, 16. Да иди ты. И что, и как ты его вычислил? С первого тычка. Да? Да. Человек к нему на работу заслал. Ага. Ну, на бывшую, естественно, с которой он скоропостижно уволился. Он же грамотно все сделал. Иначе его жена сразу найдет. Ну, а народ там оказался пугливый. И человеку моему все сразу выложили. Короче, возвращайся на работу и бери его тепленького. Официальным образом. Кстати, как там твоя зазноба-то?
Дала согласие? Ну, в общем, есть еще проблемы? Ну, ты меня знаешь, я в душ никому не лезу. Решай там свои другие проблемы. Ну и с работы надо решать. Времени ждет. Давай. Давай. Алло, да? Татьяна Сергеевна? Да. Это Попов. Помните насчет оформления дома? Конечно, помню. А что, документы уже готовы? Да поэтому и звоню. Нужны еще ваши подписи, а с моей стороны оставшиеся полсуммы. Ну, как и договаривались. Если вас устраивает, можем встретить сегодня в ключах. Заодно ключи. Извините за каламбур. А то вы мне передадите. Да, сегодня я могу. Устраивает сегодня. Давайте тогда... Ой, а через сколько вы там будете? Мне тут быстро, я на машине. Ну, максимум минут через 15. А, ну хорошо, отлично. А я буду через... через полтора часа, хорошо? Вот и договорились. Через 1:30 я буду стоять у вашего участка. Хорошо, договорились. Все, до свидания. Я скоро буду. Кто звонил? Так, Евгения Петровна, мне нужно поехать в ключи. Передайте Славе, что я скоро буду, хорошо? Да что случилось-то? Случилось, но в положительном смысле. Я еду забирать деньги за дом. Слава богу! Довели дело до конца? Да, закончились мои мытарства. Пойду снимать квартиру или комнату, и все. А там жизнь покажет. Да, а ты не знаешь, что она покажет. Так, да? Ладно, все, не надо. Я ненадолго. Вот здесь последняя подпись. И все. Пересчитывать будете? Не буду. Ну что ж, хозяин барин, ну там все точно. Пожалуйста, я никуда не тороплюсь, я пока на улице покурю. Значит, ты решила там осесть, да? Ну да. А что делать? Работы здесь нет, денег тоже нет. Ну ничего. А там я уже работу нашла. Учительница? Ну да. Ну хорошо. Ну а жених-то твой? Ну когда свадьба-то? Да вы чего? Чего тянете-то? Молодые, а? Да нет никакого жениха уже. Неужели? Как это нет, а? Это долгая история.
Да ты не расстраивайся. Окрепнешь, встанешь на ноги. И оно само придет. О, боже, кто это? Таня! Это что такое? Здрасте. А? Ты почему меня не предупредила? А? А о чем? Ну как о чем? О том, что ты его сюда поехал. Да, потом у меня просто телефон выключился, и я. Знаешь чего? Ты уже один раз съездила без меня. Она и съездила уже один раз сюда без меня. И чем это все закончилось? А? Ну-ка скажи, чего молчишь-то? Давай в машину. Бабушка, вы, конечно, меня извините, но вы с ней по-другому просто нельзя. Машину. Машину. Слушай, кто это такой? Это Слава, он за мной приехал. Вот он и будет твоим мужем. Ну, поверь. Пока. Люби. Дождь начинается. А я люблю дождь. В таком случае, теперь я тоже люблю дождь. Ну, в общем, Виктора этого Вовка изловил в Климовске. Угу. Дело его передадут в прокуратуру. Ну, а по тебе? Тебе на днях нужно будет подъехать в ВВД для дачи показаний. Хорошо. Во-вторых, жди возврата денег. Слава богу, их не успели потратить. Я комнату не смогу вернуть. А что ты ее честно приобрел? Ну… Ну, а в-третьих, ты наконец-то можешь купить долгожданную однушку. Но на сей раз будь осторожнее. Никому не доверяй, все сама делай. Хорошо? Хорошо. Дашь тебе? Мне предлагают вернуться в органы. А ты? А я? А что я? Я… Не, ну я сказал, что мне нужно посоветоваться с любимой девушкой. Шаг-то серьезный. Ну да. Ну да. Да. Ну. Ну. Ну, будь я на ее месте, я бы сказала, возвращайся. Значит, советуешь? Да. Алло, Вован, здорово. Ну, она дала добро. Когда приходить с документами? Тогда мы вместе придем? Угу. Все, давай, конец связи. То, что поехали домой? Учительница, да ты ее знаешь.